Так, вот у нас 62-й квартал Боровского лесничества. Поле идет. У нас начинается вот пермячки. Вот такой способ сейчас ловли фазанов. Я вам покажу, как отлавливаются фазаны. Вот она, тропа. Вот замаскированный такой домик. Вот она, петля стоит на фазанчика. Вот она, видите? Петелечка стоит на фазана. Она вот одна бьется пока что. И вот такой вот домик. Прикрытый тщательно. Там вот палочка. Домик вот он. Вот стоит. Тут палочка, все как полагается. Веревочки. Все это дело. Для ловли. Где былые годы? Где простор окраин? Я хочу свободы. Проверять дальше. Отпусти хозяин. Где былые годы, где простор окраин, я хочу свободы, отпусти хозяин. Ей старик ответил, был тебе я другом, пусть утихнет ветер. Готовит подкормочную площадку. Вот она, одна подкормочная площадка пошла. Вот утихнет ветер, отпущу. Подкормочная площадочка там. Да. Я тебя обидел, боль в душе испит, а ждет тебя погибель. После клетки опана, вот он как раз стоит капкан. Я тебя обидел, боль в душе испита, чтоб тебя погибель. Это тросик на капканчик пошел. Во. Это тросик. Вот, как ты уже со сковородкой. Здесь тоже надо.